Если у вас встретился syntax error, значит, в вашей программе есть выражение, которое нарушает правила языка Python. Когда такое возникает, то у вас возникает сообщение об ошибке и указана строчка, в которой произошла эта ошибка. Например, если бы у меня в ячейке было бы несколько строк, скажем, что-нибудь такое. То у меня первая строчка может выполниться успешно, а дальше будет сообщение об ошибке во второй строке.